Приветствую всех на моем игровом канале. Меня зовут Александр. Сегодня мы начинаем прохождение нового дополнения к DLC «Война избранных» под названием «Тактическое наследие». Я считаю это отличным поводом для возвращения в XCOM 2. Ну что ж, довольно слов. Давайте смотреть. Я надеюсь, все последуют моему примеру и запасутся напитками, бутербродами, хот-догами, да можно и просто чипсами, лишь бы вам было комфортно. Итак, операция «Наследие». Привет из прошлого. Брэдфорд, переживший нападение пришельцев на штаб-квартиру XCOM, был вынужден скрываться на периферии. За год он смог найти нескольких надежных бойцов, и теперь они вместе прикладывают все усилия, чтобы пережить оккупацию пришельцев. Воодушевленной идеей собрать вместе остатки своей организации, центр присоединяется к своим новым друзьям. Следующим указанием карты загадочного происхождения. Настоящий вызов для ветеранов XCOM. Ощутимая сложность только для опытных игроков в XCOM 2. Режим терминатора. Операции наследия проводятся в режиме терминатор. Ваше единственное сохранение автоматически обновляется по мере прохождения игры. Изменить принятые решения и их последствия невозможно. Если верить воспоминаниям центра, никогда не было ни слишком легко, ни слишком тяжело. Ну и отлично. Alright, people. Story time. This was almost 20 years ago, so my memory might be a little hazy. With XCOM gone and no sign of any survivors from HQ, I had somehow fallen in with a couple of other misfits the aliens hadn't managed to kill yet. We mostly kept our heads down and scavenged what we could. Until one day we found a map. A map claiming to point towards a human sanctuary. A gathering place for those of us still out there. We were suspicious, of course. But we didn't really have much else to lose. 5 minutes in either direction and we would have never met. But for whatever reason, my little group seemed to get along pretty well. We weren't much more than wandering vagabonds at that point, but the map gave us a purpose, something to work towards. That meant moving through occupied territory, though, so this was sure to be a test of our resolve. Нас ждет настоящее испытание мужественности. Выполните задачу. 10 тысяч убитых врагов, 12 тысяч, штраф минус 1000 и потери минус 5. Бонус «Ранняя пташка» начисляется за выполнение цели задания «Уничтожение врагов» на первом ходу. Бонус снижается каждый ход, пока не закончится. Спешите выполнять цели и убивать врагов, чтобы заработать как можно больше очков. Ну, то есть нас с одной стороны гонят, да, вперед, с другой стороны нельзя получать ранения. И также у нас ощутимый штраф за потерю бойца. Удачи, шеф. Осмотримся. Я вижу, вроде как заправочная станция. Так, можно через кнопку Z отдалить на максимум. Ну и вот, представьте себе, мы пришли к этому месту, которое было указано на карте. Нам нужно занять позицию. Кто у нас в отряде? Как посмотреть информацию? Павлин. Снайпер. Легкий пулемет. Раттерфот. Ржавый. Кличка Ржавый. Джон Брэдфорд. Позывной центр. Воробей. София. Отлично. Она специалист у нас, да?
Павлин. Может ли она стрелять после движения? Хорошо. Значит так, Брэдфорд у нас. Дробовик Гаусса. Лазерный прицел. Улучшенный шанс критического урона. Так, а информацию вообще как можно посмотреть на бойцов, что почем? Ну, тут видно здоровье, меткость. Взлом имеется, воля 45. 5-5-67. Ну, в первую очередь изучаем свою команду. Меткость 75. А здесь на двоечку меньше. Довольно высокая воля. Здоровье 7. Ну, неплохо. Ладно, но мы можем, наверное, провести... Так, это у нас наблюдение и протокол помощи. Все-таки передвигаемся сюда. И враг обнаружен. Безликие. Ну что я могу сказать? Вот у нас видимая цель имеется. С кого начнем? Это неприятно. Брэдфорд. Атаковать противника в пределах дальности перемещения следующим оружием. Классический меч. Так, классический меч мы можем использовать. Против змеи. Вайпер наш. Можем, кстати, не добить его. Но какие у нас еще варианты? Мы можем начать стрелять. Крит 100%. А ведь можем и убить. Давайте рисковать. Да, это было глупо. Мастер клинка. Вайпер, значит, у нас просто поглотил часть нашей атаки. Брэдфорд там находится. Не лучшая ситуация, надо было добивать. Хорошо, у нас также снайпер имеется. Павлин. Ну почему бы и нет? Выстрел из снайперской винтовки. Не лучшая ситуация. На четверочку проходит урон. Ржавый. Как нужно поступить в этой ситуации? Брэдфорда надо спасать. Протокол помощи оформить, да? В первую очередь. Себе же, да? Кошмарно. Кошмарно сыграно. Ну ладно, это Iron Man. Нам придется продолжить. Действия закончились. Также ржавый с легким пулеметом. От змеи надо избавляться. Но как? Кто у нас вообще? Мы просто, получается, зря потратили наши ходы. Зацепим ли? Хотелось бы в это верить. Ну, Брэдфорд. Как же ему сейчас будет больно. Мы просто его накроем. Да. Иногда приходится взрывать своих. Противник убит.
ранения. Они взрывали меня. Здоровье восстановлено. Мы получаем урон. Без сознания. Минус 5000. Промах. Срабатывает протокол помощи. Так, а протокол помощи? Мы бы могли его стабилизировать, наверное. Но для этого нам надо разделаться с неприятелями. Какой же он жирный. Семьдесят шесть, 68. Да надо добивать. Противник убит. Мы получаем очки. Пока придется как-то выходить из минуса. Ну а здесь что делать? Это жутко. Еще один промах. Ничего, Брэдфорд, мы тебя сейчас спасем. Вот-вот уже. Просто продержись там. Пролежи. Как? Как ты мажешь? Ох. Здесь уже надо добивать. Так, воробей. Мы можем отправить протокол помощи или добить его. Я думаю, мы уже справимся. Отлично, противник убит. Но пока мы в минусе. Unfortunately, the aliens didn't give us a whole lot of time to look around. Перезарядка. Все сразу у нас пошло не так, как мы планировали. Стабилизировать не получится. Still is how quickly people forgot what the real faces of the war looked like. You wouldn't think the novelty of alien invaders would ever wear off. Даже не знаю, стоит ли начинать заново. Так, стабилизировать мы его уже не можем, да? Ладно, продолжим. Придется справляться нашими силами. Имеем то, что имеем. Ребята,
с этой ситуации нету простого выхода. Нужно быть более осмотрительным. Три цели. Занять какую-то позицию, точку. Или уже начать стрельбу. Уже снайпером там в атаку идет. Предлагаю сделать тактическое отступление. Да? Ржавый. Ржавого сюда. Осколочную гранату нужно. Но нет. 67. Скорее всего, это Overwatch. А вот воробей. Тоже подходи поближе. Опускаем юнита. Паника. Контроль над разумом. Попадаем. Практически в упор подпускаем. Вот, приходится иметь дело с оборотнями. Под себя хоть гранату кидай. Это уже двойной ход. Мне здесь надо перезарядить. Ну как мне поступить лучше? Это две гранаты. В любом случае. Давай сюда. Бросок осколочный. Зацепим. Все-таки заправка. Надо работать. Держи, красавчик. Добьем? Думаю, да. Ушел. Просто покинул этот мир. Уже окончательно. И мы выходим в плюс. Небольшой, но плюс. We had to make do with whatever weapons we could scrounge up. We didn't know a whole lot about the alien tech back then. I figured if we actually found anything XCOM built, at least I could count on it being pointed at the aliens first. Направляю оружие стволом врага. Хорошо. Мы уже втроем. Пси-контроль потерян. Я предлагаю забраться повыше. Ржавые требуют перезарядку. Машина уже взорвалась. Я думаю, урон мы больше не получим. Нужно подходить поближе. Хотя, по правде говоря, ведь может обвалиться крыша.
Сейчас мы это уже наверняка узнаем. Протокол помощи. Пока не надо. И в Overwatch. Сыпятся обломки. Ржавые. Пойдешь вперед? Нет, я думаю, где-то тебя можно поближе подвести уже оттуда, осмотреть все. Так, есть. Есть контакт. Видит одного пришельца. Можем работать. 33, довольно далеко. Мы находимся за полным укрытием. Ладно, Overwatch. Здесь уже тоже у нас требуется ротация полная. Full cover. Ржавый. Беги сюда. Еще один пак. А гранат-то больше и нет у нас. Вот так вот. Что можно предпринять в такой ситуации? Павлинушка. Выстрел снайперской винтовкой. Шанс попадания минимальный. Ну, по 48. Может там как-то отступить, а? Допустим, все-таки занять высоту. Пока не откроются полностью. Давайте, ребята. Ну, выманивайте, выманивайте их. Давай назад. Все частично. За одну машину не хочу становиться. А вот сюда вполне себе имеет смысл отступить. Атакуют. Вау. Нежданчик. Фиксация, солдат ранен, урон. Павлин. Попробуем. Еще и крит. Отлично. Освободили нашего солдата. Он может действовать. Находится сейчас прямо в восстании врага. 60-52. Ну, я бы на его месте, конечно, просто уносил ноги. Так, в Overwatch. Ну а ворови. Протокол помощи.
30. Мало. Скорее всего, нужно или full cover сделать. Да, глухая оборона. Держись. Под контролем. Жуть. Я уже и подошел. Нужно убивать. Ожидаемо. Флагман. Планганули его, хорошо. Крипуем. Освобождается и сразу может вести огонь, да? 40. 28. Есть шанс, небольшой, конечно, но есть. Лучше, чем ничего. Прям уже решил нас запушить. Мажут все по нему. Быстрый он такой, что ли. Нужно как-то его обойти. Ребят, давайте ему в спину. Заходите. Ведь есть позиция, с которой нам будет удобно по нему стрелять. Нет. Не так он становится. Хотя бы отсюда. Мы его цепляем. Минимальное повреждение. А здесь еще и перезарядка. 58. Двигаться я больше не могу. На четверочку. Добить бы его с пистолета. А пистолет у нас 82. Давай. Уработало. Задача выполнена. Плюс 5000 очков. Противник убит. Солдат ранено двое. Потеря на 0. Ух, ребят, ну мы справились. Конечно, не все у нас так чисто прошло, но первый раз он такой. Ну что, до встречи в следующей серии. Получаем мы новые способности. Протокол лечения. Отлично. Мясорубка. Брэдфорд. Какие у него глаза. Ну, я думаю, после всего, что ему пришлось пережить здесь. Дальнее наблюдение. Подвижность и скорость.